прошлую субботу в некоторых районах Рязани многие горожане стали свидетелями не только сильного ливня, но и града. Очевидцы постарались запечатлеть этот момент на камеры своих мобильных телефонов. Теперь автомобилисты, чьи машины пострадали от града, собираются обращаться в свои страховые компании. Впрочем, наверняка не у всех есть страховка, полностью покрывающая причиненный ущерб. Похоже, что ремонтировать поврежденные природной стихией авто придется за свой счет. По словам очевидцев, град был довольно большой. Ольгу Иванову это природное явление застало вместе с семьей в загородном доме в селе Мушковатово. Потом муж мне говорит, пробивает крышу, поднимаю глаза, и прям вот такие вот дырки, ну невозможно, огромные. Мы с папой забегаем в дом, и я уже начинаю с дома снимать через крыльцо. Понимаю, что все, вот, где у нас веранда, она вся разрешена прям в глушь. Потом смотрим, что машины, соответственно, все тоже в пробоинах, все помято. И вода уже ручьем течет с веранды. В доме начинает течь. Но в доме крыша была не просто андулином покрыта, а там был рубероид. Рубероид не так сильно пробил, и не такие сильные течи. А вот веранда била без рубероида, все прям, все потекло, все было в лужах в огромной. По словам Ольги Ивановой, от града в селе Мушковатово пострадали не только автомобили, но и почти все дома в селе. Жители теперь надеются на помощь от местных властей в восстановлении своих поврежденных крыш. Надежда, как говорится, умирает последней.